«Красивый стих. Благодарю», — она сказала. «Я душу поселил в него. Она того не знала. Из чувств я ткал платок на ее плечи и очаровывал стихами целый вечер. Я был влюблен, и мне хотелось нашей встречи. Я приготовил ужин, зажег свечи. Она вошла и, мило улыбаясь, произнесла, нелепо спотыкаясь: «Убогое пристанище поэта и лжеца, ты мне другим казался, прости, но мне пора, хотя плесни мне коньяка». Все маски скинуты, открыты лица, она, как подобает светской львице, ведет себя уверенно, легко, целует в губы, шепчет на ушко: «За стих красивый вас благодарю, стихи стихами, но я большего хочу, и ни к чему ни тайны, ни секреты, и не нужны вопросы и ответы. Я пел, читал стихи, душа горела, но не было ей никакого дела ни до красивого стиха, ни до меня. Она взяла, что захотела, и ушла». Шекспир был прав. Жизнь — лицедейская игра. Коль хочешь побеждать, играй всегда.